скучаю по тебе. Пью таблетки с утра и вечера. Я тоскую по тьме, уничтожила ты меня. Что-то злое произведено. Без таблеток не могу. Спаси меня, Христос. Пожалуйста, верни ее ко мне. Пожалуйста, сделай так, чтобы я ее... Пожалуйста. Я так одинок. Я так одинок. Мы будем вместе с тобой. Но это не в этом мире, а в этом мире произойдет что-то ужасное, потому что я одинок, потому что ты забыла меня, потому что у меня нет друга. Уже столько лет, и тебя нету со мной рядом столько лет. Ничем хорошим не заканчивается отсутствие решения. Ничем хорошим не заканчивалось, когда девушка разлюбит парня. Самый трудный для него момент в жизни его. Пожалуйста, вернись ко мне, и все будет хорошо. Прошу тебя, вспомни хоть что-нибудь хорошее, что было между нами тогда. Вспомни. Иначе произойдет что-то ужасное, может быть, Бог, может быть, дьявол так хочет. Но этот мир отталкивает тебя к пропасти, меня к пропасти. И мне скоро, я скоро пойду в пропасть. Прошу, вернись, прошу тебя. Мы будем вместе рисовать и... Просто молча можешь называть меня хоть кем. Главное, мы будем вместе, я буду любить тебя, если ты захочешь. Но этого не произойдет.
смертью. А обо мне напишут ужасные статьи. Это все не твоих рук дело, нет. Это все я виноват. Не обстоятельств дело. Безразлично относился и держался бы от себя подальше. Просто потому, что я занудливый, приставучий. Просто я должен умереть в одиночестве и никому нахрен не сдаться. Очень просто я ей надоел своим занудством. Сейчас я изменился. Вернись ко мне, прошу тебя. Напиши мне, прошу тебя. Вспомни, как я искал таблетки. Ты смотрел в интернете их названия, ты сказал, не ошиблась в человеке. Хотя бы такие моменты вспомни. Нет, как это... Я думаю, я ничего не думаю вообще. Я просто пытаюсь дальше жить. Живу на таблетках.